В 2017 году было составлено 14 018 актовых записей. Это меньше по сравнению с 2016 годом на 910 записей актов гражданского состояния. Это объяснимо, потому что мы входим в тот период, когда акты гражданского состояния совершают лица, родившиеся в 90-е годы. В связи с минимальной рождаемостью 90-х в брак вступать некому, и, соответственно, рождение детей также уменьшилось. Начиная с 2000 года в Череповце количество актовых записей о рождении стабильно увеличивалось. Если в 2000 было 2785, через 5 лет уже 3519, пик пришелся на 2014 год 5123. К сожалению, за прошлый год было зарегистрировано 4293 акта гражданского состояния, что на 697 меньше по сравнению с предыдущим годом, но я уже сказала, чем это вызвано. Как и в 2012-2016 годах, за отчетный период всегда регистрируется больше мальчиков, чем девочек. Мальчиков, к примеру, в прошлом году родилось 2185, девочек 2108. Самой молодой маме на момент рождения было 15 лет, это просто констатация факта. Самому молодому отцу 17 лет, самые взрослые родители, мама 51, папа 61 год. В 2017 году количество семей, в которых родился второй и последующий ребенок, это 2617, превысило количество семей, где родился первый ребенок, 1672 таких было. Но это объясняется в первую очередь, конечно же, политикой государства, проводимой на поддержку семей, на увеличение рождаемости. Самое популярное имя у нас пятый год – это Артем. Среди женских имен самое популярное – Софья, также 5 лет. Ну и самые редкие имена – среди женских это Агния, Аксинья, Лукерия, Паулина, мужские Аристарх, Еремей, Ерофей, Кузьма, Ларион. То есть каждый год такие редкие имена, они есть, они меняются. Ну вот обращают сейчас люди внимание на более имена, которыми назывались люди до 1917 года. Что касается регистрации смерти. В 2017 году было зарегистрировано 4723 записи актов. Это на 170 меньше по сравнению с 2016 годом. Но, тем не менее, конечно, коэффициент смертности пока остается высоким. Больше актовых записей составляется в отношении мужчин, что тоже уже на протяжении многих десятилетий подтверждается. Вот записи было в отношении мужчин составлено больше на 189, чем в отношении женщин. Как и в предыдущие годы, причиной смерти, вот самое большое, это причина смерти – это заболевание. 4159 человек. Это 88% от общего количества умерших граждан. Другие причины в общей сложности составляют 12%. Из них, ну, не очень такие веселые цифры, но я их назову. Для информации, убийство 22 человека, самоубийство 24, несчастные случаи, не связанные с производством, это травма, да, различного уровня, 154, связанные с производством 3, род смерти не установлен, 202 человека. Количество умерших граждан, состоящих в браке, составляет 1773 человека. Не состоящих в браке – 2950 человек. Таким образом, статистика подтверждает уже на протяжении многих лет, что лица, состоящие в браке, живут дольше.